наш президент, отец родной, для нас, лентяев, опять устроил выходной за счет хозяев. Он дал нам отпуск, пусть его теперь оплатят юрлица, ООО, ЗАО, работодатель. Он так и в прошлую весну, великий гений, закрыл на карантин страну в счет заведений. Еще недавно был указ о том, что пахарь не сможет цен поднять для нас на хлеб и сахар. Он словно добрый Дед Мороз, любимый самый, пришел, подарки нам принес на деньги мамы. Ты наш советский Робин Гуд, барон Суббота, пусть все на свете нам дадут за счет кого-то. Твои слова открыли нам такие дали. Издай указ, чтоб всем парням девчонки дали. Чтоб в городах по всей стране и в деревеньке пусть каждый муж дает жене цветы и деньги. Пусть частный банк на каждый счет закинет доллар. Таксист бесплатно пусть везет и кормит повар. Сапожник дарит сапоги пусть всем на свете. Пусть должникам простят долги друзья, соседи. Пусть всем раздаст автосалон по Мерседесу. Скорей направь такой закон в родную прессу. А как спалишь родимый край, в войну играя? Отправь народ России в рай на деньги рая. И хоть на каждом будет грех, и даже много, вели, чтоб в рай пускали всех на средства Бога. Твоей вселенской доброты мы не забудем. Мы помним, сколько сделал ты российским людям. И преклоняясь, и любя ответным жестом, мы смело выдвинем тебя на Божье место. Мы им навяжем там в раю свою культуру, проголосуем за твою кандидатуру. Ты наш герой и наш кумир, другие хрен там. В раю устроим русский мир и референдум. Внесем поправки в целый ряд небесных правил, чтоб миллиарды лет подряд ты нами правил.